вымой полы и верни удачу в дом. Из этого видео вы узнаете, как мыть пол, чтобы вашей семье всегда был достаток и всем жильцам сопутствовала удача в делах. Соблюдение таких простых вещей также поможет защитить вас от болезней, неприятностей и злых людей. Итак, что нужно делать, чтобы вернуть удачу в дом? Первое. Время суток. Мыть пол в квартире можно только в светлое время суток, лучше с утра до обеда, потому что утром и днем нам в делах помогают добрые духи. Мытье пола вечером лишает благополучия, приносит болезни, а после заката солнца в чистый дом могут проникнуть злые сущности. Второе. Дни недели. В понедельник мытье пола принесет нищету и проблемы с деньгами. Очень высок риск создать задержку денежного потока. Также нельзя мыть полы в пятницу, так как это грозит финансовыми потерями. Остальные дни – отличное время для уборки. В среду можно устроить генеральную уборку, а воскресенье оставьте для себя и своей семьи. Третье. Перед дорогой. Нельзя мыть полы, если вы уезжаете в путешествие или предстоит долгая дорога. Также не следует убираться, если дорога предстоит вашим близким. Лучше дождаться, когда родные доберутся до пункта назначения. В противном случае дорога может стать опасной, тяжелой и с различными препятствиями. Четвертое. Неприятные люди. Вода обладает удивительными свойствами очищать от негатива, сглаза и энергетического воздействия. Поэтому после ухода неприятных гостей обязательно помойте пол. Пятое. Убираться у гостей. Никогда не мойте чужой дом или квартиру, когда вы находитесь в гостях. Таким образом вы перетягиваете на себя чужую грязь и болезни. Шестое. Тряпки для уборки. Никогда нельзя мыть пол старой одеждой, потому что вы тем самым останавливаете свой духовный рост и погружаетесь в замкнутый круг старых проблем и конфликтных ситуаций. А в личных отношениях тоже развитие останавливается. Нельзя мыть полы полотенцами, иначе ссоры с домочадцами гарантированы. Чтобы привлечь в дом благополучие, рекомендуется мыть полы с добавлением эфирного апельсинового масла. Также можно положить в ведро с водой монеты, которые в сумме дают 27, потому что апельсин – это символ достатка, а цифра 27 – это магическое число для изобилия в доме. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.